back to her. You ain't even mad. Trust my body. Мы сейчас летим в Стамбул. Неожиданно. Да, мы планировали эту поездку несколько месяцев. Мы, кстати, последний раз отдыхали вместе в 2017 году. 7 лет назад. 7. Нет, не 17, 19. Нет, 18. 5 лет назад. 7 лет. 6. 6 лет назад. Но это очень много. Это другая жизнь. Сели, мы идем на такси, пытаемся разобраться, что делать с интернетом, пытаемся разобраться, где поменять деньги. Вы скажете, нам нужно было делать это все заранее? Да, я вам скажу, нам нужно было все делать это заранее, но что получилось, то получилось. Мы приехали. Мы доехали. Слава богу, такие тут, ребята, улицы, подъемы, я просто в шоке. Водичка есть. Очень приятно. Свет. Это гостиная. Там какой-то подвал. Я в подвал, я спать не буду. Моя уже запачканная комната. Переместили, буду жить тут. Я сплю на железной кровати, как и договаривались. У вас тут целая квартира отдельная от меня. Да. О, у вас тут даже столик есть, и даже он поуютнее. Вон, тут все прибрали. Ой, смотрите, какая стильная эта, Наташа, с плиткой белой. Я довольна. Но райончик, если идти в другую сторону... Кондишн есть. Это просто трэш. Да. Это такой трэшал. Но не снимать все подряд. Да. Привет! Там писас. Невоспитанный. Это самая популярная улица. Истекляли. Мы поменяли деньги, и мы двигаемся к еде. Нам посоветовали одно место, и мы все еще к этому идем. Ну ладно, надеюсь, дойдем. Мы пришли вот в это вот местечко. Правда, тут пока очередь, ждем. По маске. Это кого? У меня поджаренные манты. Наташа Петучини. Тут какие-то стейки. В Турции есть пасту. Ну ладно, у меня хотя бы что-то. Наташа сказала, что это, в принципе, считается как это? Турецким блюдом. По сути, это поджаренные пельмени. Как дома. А это что-то такое вкусное, кислое. Нет, такая другая сметана, вкусная сметана. Красавица. Столько кофок, столько кофок. Наш райончик. Привет. Ты думаешь, мы тебе что-нибудь дадим? Сори, ничего нет. Это Джуся. Джуся. Она толкается в меня. Ты не лишай, наверное. Ты потому что ей еды не даешь. А что я сделаю? У меня нет ничего. Я куплю тебе. Я куплю тебе чуть позже. Надо не забыть купить на обратном пути еду. Привет. Ты такой, у тебя личико умное. Ой. Ребята, не сот. Считаем кошек в Стамбуле. Сколько? В наших планах отправиться... Нет, мы уже отправились. В наших планах дойти до чизкейка, который все кушают ложечкой. Надеюсь, мы дойдем. Мы идем без карты, но Наташа говорит нам просто по прямой, и мы ей доверились. И просто следуем ее пути. Нет, на этом месте мне не доверяю.
Я бы тоже. У нас, у меня тоже появился этот топографический кретинизм, поэтому... Что значит, как бы, тоже появился? Ну, у тебя оно было, а у меня он со временем приобретенный. У меня не было. Да. Был, всегда. А у тебя был. Нет. И мне передалось. Неправда. Ложь. Да. Кто его взял с собой? Помощь из-за... Наташа не собрала, мы пришли правильно. Какого-то фотографического кретинизма у меня нет. Да. Красота. Просто тебя, ребят. И то хорошо. Thank you. Достопримечательности называется лестница. Здесь снимают часто сцены из турецких сериалов, в частности сцену из сериала «Любовь 101». Вот такая вот лестница, красивая. Егор. Мы платочек не купили, чтобы в мечеть идти. А, ну тогда там есть египетский. Египетский базар есть. О, можно сходить на египетский базар, купить там платочки. В общем, идем сейчас через Галатский мост, покупать платочки, потом в мечеть и потом, наверное, в цистерну. Они выглядят очень красиво на фотографии. Там, говорят, держит сам вот этот вот пол, потолок. Очень много колонн. 336. Да, очень много. 336 колонн. В общем, сейчас пойдем вам все показывать. Народу тут много. Мумия какая-то. Пахнет влажностью. Как будто бы какая-то насалка. Мы прям ходим, ребят, по воде. То есть тут сетка. Сетка с водой. Пытаемся понять, что здесь происходит. Но пока что прикольно. Непередаваемое желание окунуть ножки в эту воду. Мы отправились на обед. Что-то типа обеда. Очень-очень бюджетное место, ребят. Видом как бы обед, что-то типа обеда. Мы пришли в местечко, тут какие-то бюджетные цены относительно. Я взяла чечевичный суп, и я увидела, что здесь продается халва, поэтому я такая, все, хочу халву. И не важно, что я съела бакский чизкейк на завтрак. Я хочу халву. Вкусно. Вкусно, солено. Да. Да. Ребята, посмотрите. Это халва. Она выглядит очень удивительно. Желатин. Со вкусом семечек. Это очень странно. Интересно так. Только пошли фоткаться, у них фонтан пропал. Смешно. Так, ну, оказывается, все-таки вход платный. Блин, наверное, вот эта очередь, ребят. Нет? Как будто да. Но надо вот так вставать. Да, очередь не маленькая. Очередь не маленькая. В общем, мы с
стоим в очереди на Айя-Софию. Стоим уже где-то минут 20 приблизительно. Но мы уже близки ко входу. Посмотрим, что там внутри. Пытались скачать аудиокит, пока не поняли, как его скачивать. Но, может быть, внутри будет какой-то QR-код, который даст нам это сделать. Но вроде он тут должен быть. А может быть, он только для музея. Не знаю. Короче, мне пришлось перевернуть юбку на бок с разрезом, потому что что-то не продумали, не продумано мы. Пошла с разрезом. Нельзя. Вот так вот. Мы сходили вот сюда, в Айю-Софию, вообще такое, знаете, заставляет помолчать, подумать. Мы еще попали в то время, когда люди начали молиться, поэтому послушали чуть молитвы. Вот сейчас идем, спускаемся по... Смотрим на эту вот стену, да, которая вокруг. Домик красивый, да. Деревянный. Хорошо гореть, наверное, будет. Но мы проверять не будем. Как оказалось, идем уже с ними минут 20. Это музей толстовых, которым нам надо. Дворец толстовых. А, ну да, там красиво. Мы в трехэтажном книжном, но пока ни одной книжки на английском не видели. Ладно, попробуем сначала кофе. Пока у меня свежие рецепторы. Пахнет вкусно. По вкусу тоже вкусно. Обзор. Вкусно. С фисташкой. Настроение повысилось. Всего лишь что надо было фисташку съесть. У меня это такая хоть толстая. У меня вся пропитанная. Ну, шоколад, да? Да, с какао. Влажная. Блин, кайф. Вот это самое вкусное. Да. Я пойду по мне. Я сегодня спать не буду, простите. Почему? Слишком много сладкого во мне. У меня сейчас будет много энергии, очень. Сегодня у нас дождливый день. Мы вышли на завтрак, хотим сделать турецкий завтрак, позавтракать турецким завтраком. Еще не проснулась. Вот. А потом у нас запланирован день это погулять, походить по музеям и, возможно, поплавать на кораблике. Меня это больше всего волнует, потому что у меня межморская болезнь. Но надеюсь, я приму таблетку и никакого шоу не будет. Просто где мы ходим в поисках завтрака? Ну, это как нас ведет Наташа, путешественница. Лёшка, какая красивая. Красивая девочка. Ой, ничего себе. Для детей, которые умерли. Ну, вообще, мы двигаемся в археологический музей. Дождь не закончился, но, слава богу, мы позавтракали вкусно. И посмотрите, что это красивое.
пришли в какой-то красивый парк. Это как раз-таки Константинопольские стены, вокруг которых мы вчера ходили. Внутри него находится, по-моему, если я не ошибаюсь, чей-то то ли не замок. Ой, вовремя я начала снимать. В общем, погуляем здесь, посмотрим на тюльпаны. А потом пойдем в археологический музей. Вот, дождик все еще не прекращается, но это не помеха. В археологический музей стоили они 525 лир или 25 евро. А, нет, 15 евро. 15 евро. Вот, еще есть аудиогид у них. Мы подключились, и можно будет слушать аудио разное. А мы же потом с вами тут походим. Мне такое нравится. Вот, короче, Диор. Мне уже нравится. Чувствую, интересно будет. Это саркофаг Александра Македонского. Самый важный экспонат музея. Отдать 500 лир, реально, типа, он большой, и с аудиогидом... Переводи по рублю. А, 1500. 1500 рублей вообще нормально отдать. Вот, ну, как, ладно, не, дорого, да, по сравнению с тем, как мы ходим в России, но... Ну, он того стоит, он достаточно интерактивный, визуально очень красивый и понятный. В принципе, если ты знаешь турецкий или английский, то все. Если не знаешь, то... Аудиогид есть аудиогид, на русском, хоть что-то, да, где ты можешь подсмотреть. Да, но минус в том, что здесь нету цифрок на всех штуках, где слушать. И нет последовательности, то есть это все равно отрывки. Типа тут сказали, там сказали, здесь сказали. Ну, а так прикольно. Сейчас мы смотрим украшения. Что это за камень? Ты перевела? Халцедон. Халцедон какой-то камень. Смотрите, ребят. Оп. И можно выкапывать монетку. О, кайф. Интерактивность. Вот это, ребята, очень красиво. Сейчас, меня просто золото привлекло очень сильно. Идет сильный дождь, и мы побежали в есть халву пробовать. Не знаю, будем ли или нет, если там места, но я надеюсь, да, потому что льет. Сильно. О, она тянется. Ну, хоть странно, да, даже? Не как обычное мороженое. А мороженое тянется, потому что в этом позе молоко выдохли. Это настоящее крепкое мороженое, но поэтому... Которое вот эти чуваки делают, да? Да, да, да. Там прям молоко, либо сухое. Позе? Да, да. Довольно. Да, полезно для маленьких детей. Для меня как раз самое то. Метро. Оказывается, сели не туда, и сейчас пойдем обратно. Мы проехали станцию, которая длилась минут две, сколько мы спускались. И вообще, да, и очень. Да, и сейчас поедем обратно, чтобы как-то пересесть, нам надо будет. И уже поедем в нужное место. Кстати, оно такое прикольное, и вагончик мне нравится. Мило, в общем, чистенько, как будто бы. Опять будем столько времени ждать, пока все сядут.
потом поедем обратно. Ну, ладно, ничего. Делать на улице дождик. Оказывается, по всем линиям. Мы даже не были в метро, ребята. Мы катались на фуникулёре. Представляете? То есть... Технически это метро. Технически метро, да. А вот, получается, вход в метро. Тройни гидис. Видишь? Фу, прикладец, конечно. Гордон что-то фоткает. Наш проводник. Хорошо, что она еще знает турецкий, реально. А это чуть английский. Ощущение, что я его не знаю на самом деле. У меня то же самое с английским. Ну, вообще, да. Мы приехали в торговый центр. Пока что у меня план только косметика и все. Не знаю, чем это закончится. Просто. Я взяла себе какой-то. Я взяла себе какой-то странный Java фрапучино. И вот Наташин уже готов, у нее клубничный. А я свой еще жду. Они, наверное, сами без понятия, как его делать. Они, наверное, в ахере просто. Да, да. Кто-то в первый раз он их взял. Ну, забавно. Я счастливая, как никто. Ты что, замечталась? Да, посмотрите, он какой-то интересный, как будто с печенькой. Что у них по камере так это? А это что у нас? Это мусор. А что, я его не забрал? Да. Это может быть из тебя, да ладно. Это... Кто-то сунул, пока я убирал. Миндра. Это миндра. Нет? У меня по вкусу, короче, печенька. Это чувство. Красиво там. Ребят, мы едем в метро под этим... Над. Точно. По улице, вау, кайф. Кайф. Ну, такое вот метро. А здесь это прям станция метро на мосту. Да. Классно. Мы с ребятами приехали в этот торговый центр второй, и мы немножко в шоке из того, что здесь в метро при переходе со станции на станцию ты как бы выходишь с метро, и тебе нужно платить. Если у нас ты можешь спокойно пересесть со станции на станцию, хоть 10 станций сменить, но, правда, сад, по-моему, нет в Питере, то здесь ты платишь за каждый переход. Еще мы с Наташей немножко в шоке с того, как тут в магазинах, ну, посмотрите, ну, по крайней мере, в этом торговом центре все очень сильно навалено, и мы в шоке. Ну, типа, тут как будто, вон, видите, все валяется. Ну, нас бы такого вообще не допустили. Хоть в каком-то другом центре, хоть где он находится. Мне кажется, у нас такое не может быть только на каких-нибудь... Только на каких-нибудь там черных пятницах. Реально. Ну, это просто трэш, ребят. Почему так? Вообще, вот там короткая майка, мне было синяк, сейчас просвечивает. Не осуждаем, но обсуждаем. Нет, это был шведский, понятно, но... Шведский, мы тут видели леди боев, на нашей улице прям несколько стояли. Мы такие, что? Откуда? Для меня просто это не состыковывается Стамбул, мусульмане, блин, мусульмане и леди бой. Ну это вообще очень странно. Сегодня у нас в планах поехать кататься на барурчике. Как это, теплоход или паром? Типа да. Теплоход. На теплоходе. Поэтому я не завтракала. Взяла с собой таблетку. А, пакетики не взяла. Пакетики? У нас есть один пакетик, это спасение. Это без шансов, чтобы у тебя ничего не было. Да. О, коты не учат. Вот. О, какие девчонки! Надеюсь, без... Опорожнение сегодня.
Приплыли к месту назначения, вроде бы без происшествий. Никого не сошнило. Вот. Штаны все так же белые. Штаны все так же белые. Пакетики не израсходованы. Все отлично. Сейчас пойдем завтракать наконец-то. Блин, мы ехали ради маяка. Мы ехали ради маяка, а он вот... Ну, ну ладно, не ради маяка, а ради маяка. Ну, короче, сериальная локация. Сериальная локация. Короче, покажем, нам до нее еще идти. Да. Сначала ребята сделали холодный кофе, хотя я просила горячий. Пришлось разбираться, ставить их на место. Другой, да. Там он какой-то более пористый. Здесь ощущается совершенно другой вайб, как будто ты не в Стамбуле, а в каком-то спокойном месте. Здесь прям чувствуется, что ты на отдыхе. Если в Стамбуле все куда-то бегут, то здесь прям очень спокойно. Подожди. А мы только что булочку поели. Блин, вот здесь мне даже больше, наверное, нравится, чем в Стамбуле. Не могу понять. Не могу понять. Очень хорошо. Хотя мы и так в Стамбуле, но именно вот здесь вот. Вот к этому маяку мы держали путь. Конечно, маяк не очень большой, как я себе его представляла, но... Какое это место, сколько сериалов предыдущих сняли на этой локации? Да, это для тех, кто смотрит сериалы, может что-то это место имеет какую-то ценность. Да, это Инанаумасбище, что невероятно. Ну, наверное. Время 5:30. Мы все еще идем. Вышли с набережной, идем. Ну, как бы тоже по направлению к набережной, но и сверху. И посмотрите, какое красивое дерево сейчас будет. Не знаю, что это такое, но оно цветет вообще отпадно. Оно как будто забралось на елку. Сейчас, подождите. Офигенно. Я шла, и вот там прям аромат был. Не знаю, что это такое, но это какое-то красивое дерево. И мне нравится то, что оно, смотри, там дальше наверх пошло, на другие деревья. В общем, красивое растение. Сейчас мы ждали бабулу. Ты что, на рубашку надеваешь? На рубашку надевают. Вы это видели? Я спросила, в шоке. Закат. Да. Ну, вообще, у нас был план смотреть на закат. Ну, как бы, вот он, где-то там. Потемнело. А у меня на турецком. А у тебя на каком? У меня на английском и на арабском. А у меня на турецком. Да. Ну, в общем, мы пришли есть ужинать. Сколько времени? Мы пришли ужинать. 8:05. Мы вчера говорили, мы когда-нибудь придем домой раньше 9 вечера. Нет, сегодня точно не получится. В общем, я думала поесть пасту. Просто нам поставили хлеб. Да. Саша одновременно. Ну а что, мы не ели со скольки? С часу. Это сколько времени прошло? С двух. Извини, я голодная. Да. Спасибо.
Турка. Турка. Для мальчика так подали. Что такое за эмбо? Там оно. Это что? Печенька. А, не надо, у меня тоже вообще-то очень неплохая. Я не понимаю, что за палочки поставили. Хэ. Блин, ну пахнет классно. Горячая. Посмотрите, как пар с нее идет. Да. Можно, да. Блин, какой кайф. Наташа, попробуй. Блин, сейчас подожди, попробую шницель. Блин, я только хотела сказать, что классное место. Хорошо, что мы его открыли. Лайк. Сегодня мы решили прийти на завтрак в Галата Пор. Мы идем завтракать или в Starbucks, или в какую-то попсовую кофейню. Позже мы хотим уже начать закупать сувенирами, возможно, сходить на Гранд Базар. Я хочу купить, попробовать найти специи, может, кофе, может, финики. В общем, надо уже что-то думать про сувениры. У нас остается 2 полных дня. Вон, как хорошо тут. И мало народу. Да, мало народу, это хорошо. Планов у меня еще сегодня. Хочу купить, наверное, кеды все же. Я нашла одни, которые мне понравились, но у них оказалось больше цветов, которые мне нравятся. И теперь у меня предстоит сложный выбор. Сначала она вообще не хотела их брать. Я не хотела их брать. Мне не нравилась там одна бляшка, а потом я увидела зеленый, и у меня все, туман в голове. А теперь она увидела коричневый. И еще серый. Там он был как будто для меня суховат, нет? Но здесь он прям... Короче, мне здесь больше нравится. И стоит он-то приятнее. Стоит приятнее, согласна. Реклама реально такая. Хорошая реклама. Мягенькая, что даже котикам нравится, да? Да. Отдыхает, кайфует. Мы идем сюда. Мы с Наташей утонули в цацках. Тут серебро, настоящие камушки натуральные. Мы вот сюда меряем. Вот в этом месте. Я купила колечко с аметистом. Вот это вот. Красиво. Меня зовут... Ты Наталья! Наталья. Назвала она меня Натейлс. Натейлс. В Starbucks творится что-то непонятное. Сейчас... Что там? Егор на заднем фоне ползает в портфель. Короче, что-то творится странное. То они нам мелочь не дают, то они нам больше. Сейчас у меня вообще дяденька, мужчина, мальчик. Парень. Вернул 30 лир. То есть я ему дала 130, нет, он мне больше вернул, он мне еще 2 монетки. 130, короче, кофе стоило 138, я ему дала 140, он мне сначала дал 2 монетки, потом подозвал еще раз и дал 30. Короче, кофе у меня вышло 106 лир. Я не понимаю, как они сводят кассу. Я тоже не понимаю, как они сводят кассу. В общем, Егор пришел обедать, мы с Наташей тоже обедаем. Опять школьника просто. Если вы хотите обедать так же, да. Ставьте лайк. У тебя коричневый сейчас подходит, потому что у тебя верх оранжевый. Вот, видишь, уже нашли компонент. Добрый день. Мы уже час, наверное, ищем, ходим кроссовки. Я уже определилась, что... Мы записываем это во второй раз. Ты не определилась. А, ну да, я уже стала хотеть зеленые, но... Ты хотела, стала сеть... Все, пиздец.
Ты стала хотеть... Я стала хотеть зеленые, но нет, зеленых нет размеров. Нет, ты стала уже хотеть синие. А, сейчас уже хочу. Ты вообще стала хотеть продавца. Да. Не исключено. Сейчас полиция Андреала в кроссовке тебя заберет. Ой, такие красивые кроссовочки. Ой, это. Полиция Андрей. Все. А, ну в общем, мы ищем все еще кроссовки, но так их и не нашли. Идем домой переодеваться, утепляться, потому что вечером мы планируем пойти на набережную в Жигули сегодня с утра. Она вроде должна быть красиво подсвечена. Завтра будет праздник, мы, кстати, на него попадаем, по-моему, День детей. И у них везде поразвешивали... А, ну, День независимости, значит. И везде поразвешивали флажки. У них и так много очень флагов висят, а сейчас прям очень много. И вот мы здесь уже вечером, спустя 12 часов. Не знаю, зачем я это пропела. Сука, ты убрала звук. Точно, точно. Звука точно здесь не будет. В общем, мы идем в суперстеп. Так звука не будет, зачем? Ну да. Короче, так получилось, что я, скорее всего, беру две пары. Точно беру две пары. Спойлер. Спойлер не синий, да. И Наташа уже взяла одни. Сейчас будет... И вездеходы, да, такие брать. Сейчас будет мерить другие. Пу-пу-пу. Сливая обладательница двух ангелочков. Четырех. Четырех, да. Прошли на ужин. У них есть очень забавная надпись «Сходить в туалет, пока не слишком поздно». Вот. Идем. Качество, конечно. Я еще сегодня ничего шоколадного не ела. А, блин, я пила фрабучино шоколадный. Ну ладно, все равно мало. Вкусно. Обычная белая рыба. Рыба пресная. Такая. Не знаю, что это за рыба. Как ты сказала? Не помню, какая. Да. Ой. Я забыла, что я снимала. Блин, вообще качество фиг. Качество фигня. Не передает то, что я вижу глазами. Уже какая-то музычка играет, сегодня праздник. Мы выдвинулись на паром. Сначала ребята позавтракают. Я решила позавтракать пуховой. Поэтому позавтракаю в другом месте. А так уже все. Праздник. Чувствуется реально какой-то день города. Короче, коты тут не бедствуют. Ой, такой красивый. Ты такой пантера. И вон еще котик. А ты у тебя такие лапки маленькие. Маленькая косотка. У меня ничего нет, зайки. Зайки, у меня ничего нет. Я могу вас погладить, ладно? Ой. Посмотрите, какой хороший. У нее еще такие лапки короткие. Ню. Я сразу плачусь. Зай, поедешь со мной в Россию? Там холодно. Но у меня тепло в квартире. А ты поедешь со мной? Ты мне так нравишься. Ты мне так нравишься. Ты такой хороший. И ты мне тоже так нравишься. Два котята. Такие вы хорошие. Я не могу. Такие вы хаофы, котята. Такое смешное. Они играются, видишь, эти игрушки принесли. Игрушки. Господи, целых 5 котов на 1 квадратном метре. А вон там маленький котенок кусает. А вон там черный котенок. Все, я не могу, я сейчас заплачу.
на годе. Привет! А ты куда идешь, Барбоскин? Все, я не могу. Все, мой лишний. Мы пришли завтракать в кофейню. Я взяла ту штучку, которую я и хотела. О, вот, оказывается, у них есть меню. Вот, буду есть. Нет, не скажу вам, что буду есть, но, в общем, смотрите сами. Это тоже тот десерт, который стоит попробовать. Вот в этом месте. Потом попробуй. 60% под оператор берет. Да, чисто это белый крем. Я прочитал ему то, что можно технически. Это было 3000, то что где-то 2000. Вот это какая. Это, короче, крем с стружкой, с фисташкой и под шоколадом. Это, в общем, практически то, что мы ели, только без корочки. Вот так вот. Университет здравоохранения. Очень красивый. Ребятами пройти здесь между смотровой. Тут, короче, везде одни подъемы. Ну, как и во всем Стамбуле. Да, туда. Тудой. Народу, конечно, сегодня очень много. Ну, сегодня праздник. Поэтому. Так что. Может быть, там будет меньше, но это не факт. У нас рисовался маршрут через кладбище. С кладбища нас выгнали, сказали, тут нельзя ходить. Мы нарисовали другой маршрут и поняли, что не хотим. Не хотим идти, устали. И, в принципе, мы посмотрели чуток даже сверху. Там корочки. Зашли в кружечный, купила себе вот такую вот кружечку. Еще мне привлекали вон те. Но они там какие-то большинство побитые, я решила пока что остановиться на вот этой. Решили. Счастье мое. Это шоколадная холодная пахлава. Она как покрасивее и солиднее смотрелась. Мини-мичун. Шоколад. Это как Наполеон. Угу. Реально, это Наполеон. Идем на крайний завтрак в Стамбуле. Да. Мы все в том же месте, только в другом. С другим видом. Но все там же. Я думаю насчет этого и вот этого. Все выглядит симпатично. Дай мне тоже эту кусить. Не, просто. Просто. Вкуснота. Шоколадный соус. Просто прекрасен. Приятного аппетита. Спасибо. Забывайте постоянно мне желать приятного аппетита. Приходится вам напоминать, что это такое. Спасибо. Чего мы справимся? А как я по-английски говорю, тоже никто не снял. Поехали в аэропорт. На метро. Тут есть метро, которое сразу в аэропорт идет, прикиньте. Вот на нем поедем. Все люди сразу же пошли. И Наташа пошла. Блин, очень красивое метро, которое идет сразу в аэропорт. Look. Look at me. Look at Наташа.
Да, hello, 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 guys. Мы практически добрались до аэропорта. Да, все. Нам сюда. Ой. Хаваи-наваи. Хавали-лимоны. Блин, опять неправильно чемодан поставила. Мы в аэропорте. Или в аэропорту, мы все еще не знаем, как правильно говорить с Наташей. Да. Красивенький, да, у них такой тут аэропорт. Ребята хотели сфоткаться, в итоге все фоткаются на фоне этого, кроме ребят. Я тоже хочу. Это Саша попросила ее сфотографировать. Я купила книжку, которую давно хотела. Хотела заказать ее на английском, точнее на русском. Она у нас стоит 3 с чем-то. Тут купила на 1000 дешевле. Завтрак в салют, в кофейню, в которую ходят все, кто приезжает сюда. Вот, идем. Мне принесли вафлю. Ты сама за ней сходила. Точно, я сама за ней сходила, мне не принесли вафлю. Поели тут. Обычно приходят сюда, на Красную площадь, и едят мороженое. Да, поэтому мы тоже пришли есть мороженое. Все люди идут с мороженым. Красиво. Нашли. У тебя прям с вишней? Да. Прикольно. Вкусно? Да. Вкусно. Да, мы тоже вкусно. Надо укусить. Я вишню не люблю. Но вообще фруктовое мороженое не очень. Все вкусное. Мне получается вишню. Извините, но у меня вкуснее всех. Ну ладно, у тебя день рождения, можно. Можно это признать. Турция закончилась, да. Москва уже не влезает. Так очень длинно наверняка получилось. Поэтому заканчиваю это видео. Спасибо за просмотр. Спасибо, что были с нами, с ней, с ним. У человека день рождения, точно. Ну, я уж поздравила, вы не подумайте. Не то, чтобы я совсем забыла. Это было не для камеры, это слишком лично. Да, слишком лично. Слишком лично, и было ночью. Вот, когда мы приехали. В общем, спасибо за просмотр. Все. Это очень грустно заканчивается. Ну ладно, посмотрите на красивую Москву. Последние секунды. Да, и на наши колечки новые. Вот эти вот. Да. Все, ладно. Всем пока!